Так, алкоголь потребляет. При этом довольство не растет. Плохо. Еда вроде накапливается потихонечку. Но вот люди что-то новые не прибывают. Старье одно сидит в домах. Притока от них никакого. Так, и тут некому работать, да что ты? Среди рыбаков можешь поубавить. Нужны еще люди и срочно. Так, здесь некому работать, да? Здесь выполнил лимит по травам. Собирай больше тогда их. Что у нас по логам? Журнал событий, ранняя зима. А, кто там взрослым стал, да? Понятно. Таких немного, к сожалению. Два лесника всего осталось. Врача, может, пока одного убрать. Особо строить нам нечего, поэтому пусть рабочий. Так, и едет торговец, да? Говядина. Да мужик, да ты чё? Давай вали отсюда, мужик. Еды пока достаточно. Курочки размножаются. Овечки худо-бедно тоже. А вот людей маловато. Явно лесоруб, блин, не справляется со своей работой. Торговец еще один. Ну, овцы же есть у нас уже. Мужик, ты чё? Да нафиг ты, мужик, пошел. Не. Давай коров тащи. Коров надо нам. У нас же овцы. Да. Так что коровы давай. Еще один. Овца опять. Да нет, мужик, мужик, нет. Коровы.
запустение какое-то начинается непонятное. Отлично, хоть кто-то прибавился в наши ряды. Но вот что-то мало людей. Мало людей. Сейчас построим дома, там посмотрим. Не хотелось бы, чтобы эти дома старопёрдые заселялись, но посмотрим, что. Запасы камня, ну понятно. Да, пока есть. Шерсть есть. Кстати, шерсть, да? Давайте-ка, наверное, вот так вот. Более теплую, что ли, одежду будем шить. Количество — это хорошо. Где мои коровы, а? Где мои коровы? Старопёрды заселились, офигеть. Умер от старости. Чёрт, а! Еды вроде как хватает сейчас. Ну, здесь одни старые. 13 лет вроде. Офигеть, друзья. Двенадцать курей, 13. 8 овец пока что. К
Тут лимиты можно сокращать, тогда их будут убивать при достижении определенного лимита. И они пойдут на мясо. Но пока что мы их будем наращивать. Так, вишенка. Алкоголь, мало что. Новые кочевники, надеюсь. Да, конечно, ребятки, давайте, заходите. Вас-то мы и ждали. Давайте распределим сразу. Кто нам нужен? Да нам все нужны. Лесников не помешает. Рыбаков. Дровосек нужен срочно еще один. У меня проблемы есть конкретно с... вот с этим делом. С отоплением. Отлично. Теперь хоть продавать сможем без напряга. Что, привез? Нет, мужик, плыви. Плыви, мужик. Мужик, плыви. А ты что привез? Капуста? Ладно, давай, такая нафиг она мне надо сейчас. Ладно, купим. Потратим, хотя нет, не потратим, мужик. Мужик, плыви тоже. Надо нам капусту. А ты что привез? Овца тоже плыви. Овцы у нас есть. Так, ну фермера обязательно тоже. Парочку, да, попробую. За счет кочевников вот этих вот немножко сейчас рабочую силу увеличим. Ну, лесников можно было бы и поубавить. Поднимаем до 5,5. Дрова и опять-таки лесники понадобятся, да? Ну, курей уже 21, хорошо. Так, обычных рабочих опять нет. Потихоньку строим дома, посмотрим, может быть туда молодых поселят, потому что я не знаю, как поднять количество людей. Ну вот есть дети, друзья, да, отлично, начинаем строить новые дома, да побольше.
Может быть, сейчас что-то хоть как-то будет нормализовываться. Ну, посмотрим. Еды пока хватает. Также нам не помешал бы, кстати сказать, собор. А чё, собор бы нам очень бы не помешал. Давайте его отыщем. Часовня, да? Где-нибудь здесь, наверное. А чё, пусть будет здесь. Давайте, ребятки, собор давайте делайте. Это что-то как-то люди не слишком довольны. Так, торговец. Теплое пальто. Мужик, едь отсюда. Так, сейчас посмотрим, мужик. Мужик, давай едь дальше. Нету. Понятно, камня маловато, да? Что привез? Ой, мужик. Херню ты привез. Так, что там у нас со сливами? Еды пока достаточно. Теперь, надеюсь, никто не мерзнет. Что там с собором? Потихоньку, помаленьку. Курей уж достаточно, в общем-то, как бы. Так. Добавляются детки потихоньку, это хорошо, смотрите, да? Это замечательно. Строим им дома, естественно, сразу.
Давайте, давайте, ребятки. Дрова кончаются. Ну, в принципе, и такое может быть. Так, лесники, лесники. Черт, нам нужны строители и обычные рабочие. Ладно, кого-то сейчас уберем. Старости. Ну, сейчас попрут они умирать. Староперды эти. Камня взять, да и негде даже. За ним бежать далеко. Ладно. Курей уже дофигища. Так, что привез мужик? Мужик, плыви дальше. Потихоньку делают алкоголь, но фермеры что-то у нас не слишком трудятся. Еда пополняется. Курочек потихонечку режут. Ух ты, у нас, смотрите, сколько много рабочих появилось. Бросаем всех на камень. И
и одного лесник. Отлично, дома мы построили. Вроде бы как нормализовалось. Дальше поглядим, что будет. Ну, друзья, сложно это. Игра непростая. Надо очень быстро думать, что делать. И нужны коровы, конечно же. Ну что-то, смотрите, одних овец привозят. Да ты мужик гонишь. Какие коровы же заказал? Едь давай отсюда. Возишь тут овец. Так, может быть здесь еще небольшое построить. Пастбище. Да, давайте, наверное, построим. Вот еще мужик приехал. Мужик, да ты чё? А здесь будем разводить чисто курей. Чтобы они пополняли наш амбар. Смотрите, у меня опять нехватка людей, а? Острая причем нехватка. Так, отлично, дети начали рождаться. Замечательно. Где им жить есть? Торговец плывет. Ой, мужик, ты рискуешь, плавая в этих водах. Очень сильно рискуешь. Что там? И да это слетало слишком много. Надо, наверное, сократить количество добывателей еды, в частности, собирателей. Ну, можно... Нет, охотники, в принципе, пусть будут. Травник, даже не знаю. Вот скотоводов увеличить. А, курей. Так, сейчас, подождите, сообразим. Так, здесь будут тоже куры.
разделим. Сюда вот. Вот, побежали курочки, побежали. Молодцы, молодцы, смотрите-ка, да? Вот они бегут. Бегут сюда. Курочки. Там вон яички у них. Так, ну отлично, друзья, отлично. Добавляем работника сюда. И вот так вот будем еще пропитание получать за счет этих курочек. Овечки тоже скоро у нас уже с лимита вышли. Можно, в принципе, тоже как-нибудь где-нибудь. Но я хочу сюда еще коров. Обязательно. Вот что-то не везут коров почему-то. Ужасно просто. Ужасно эти торговцы хотят везти коров. Так, что-то не работает. Дровосек один всего, надо двух. Собор-то кто-нибудь строит? Нет. На рынок пока никого не поставлю, свободных людей нет. Так, тут опять умер. Придавлен долбанный врат скалой. Железо. Да нет, мужик. Это тут что ли скалой придавило? Собор начали строить. Наконец-то. Только вот кто там будет работать? Так, ну еды много, поэтому давайте с еды всех снимать. Так, кто там прибыл? Опять овец притащил. Ой, мужик. Утони. Что там, опять ко мне нет? Кожа, друзья. Ну, может быть, и неправильно, конечно, что я их всех отпускаю, но они мне реально не нужны. Мне нужны коровы. Да вы чё? Какой-то склад переполнен. Не может быть. Да. Смотрите-ка, чё. Офигеть. Вот уж не думал, что эти амбары можно будет заполнить под завязку. Ну, видать, можно. Но не беда, у нас найдется место для еще одного амбарчика. Уж для амбара нам точно место найдется.
Так, закончить когда-нибудь строительство собора или нет, а? Что такое? Что такое? Начал я уже строительство. Поднимаем лимиты пищи. Так, отлично, закончили строительство, но нет попа, сейчас будет. Опять проблемы с жильем. Старопёрды одни живут. Плохо дело. Так, строит амбар еще один. Жратвы у нас реально много, друзья, это хорошо. Не пропадем. Мужик, я злой. Вот, мужик. Без прибыли ты остался. Так. Что делать-то будем? Не хотят вести коров. Алкоголь, в принципе, есть в достаточном количестве. Обратите внимание, люди довольны. И на этой хорошей ноте хотелось бы завершить серию. Я не знаю, наверное, разделю несколько кусков. Ну, очень долгая серия получилась. Жду ваших комментариев и предложений по части того, что бы еще можно было бы сделать. Еда поступает в достаточно большом количестве. Возможно, полностью сделаю какое-то куроводство, не знаю. У меня тут только овцы и коры, и куры. Вот, может быть, я организую продажу одежды. Тут никто не работает? Как так? Ребята, вы что так мне напрягаете-то? Собирателей, наверное, поменьше надо вообще прям. Лимит одежды поднимаем. Ну, в общем, так, друзья. Продолжим в следующий раз. Всем пока-пока. Сохраняем.